Расследовать резонансные нападения на журналистов и общественных активистов. С такой просьбой к главе областной полиции Дмитрию Головину и прокурору области Олегу Жученко обратились представители ветеранских общественных организаций. Лидеры движения поделились своими соображениями по поводу промедления в расследовании ряда громких дел и приняли решение через месяц еще раз собраться, но уже в присутствии руководителей силовых ведомств. На нынешнюю встречу ни Олег Жученко, ни Дмитрий Головин не пришли. Я одно единственное, как член, допустим, аттестационной комиссии при УВД, ну, где-то могу, так сказать, передать вот этот тон вашего разговора. Это действительно обеспокоенность, да. Конечно. Произошла реформа. Сказать, что она принесла, так сказать, какие-то, ну, результаты, те, которые ждут населения по своей защите своего здоровья, своих, так сказать, материальных ценностей, своего имущества. Конечно, они это не получили, потому что в ряды влились, ну, энтузиасты, желающие работать, на профессиональной подготовке никакой.